В Казахстане разразился скандал вокруг вакцины отечественного производства. Авторитетное медицинское сообщество Медсаппорт КЗ отказалось рекомендовать КазВак к применению. Ученых смутили производственный процесс, отсутствие информации и, как они сами считают, недоказанная эффективность препарата. Что на это ответили разработчики и стоит ли волноваться тем, кто уже поставил себе прививку КазВак, расскажет Жанат Айтенова. Сообщество казахстанских врачей и ученых Медсаппорт КЗ не стало рекомендовать казахстанскую вакцину к применению. Они усомнились в эффективности препарата во время лектория с заместителем генерального директора по науке НИИ проблем биологической безопасности Ергали Абдураимовым. А именно, их смутило использование формальдегида для инактивности вируса. По данным экспертов, это вещество не применяли ни в одном из препаратов, которые успешно зарекомендовали себя на Западе. Нас беспокоит больше использование формальдегида с точки зрения эффективности вакцины, потому что формальдегид имеет способность связываться с самим вирусом, да, с некоторыми его частями и таким образом как бы маскировать его от распознавания иммунной системой. Не внушая доверия врачам и данные об эффективности КазВак, 96% во время испытаний вакцины были рассчитаны на количество антител. Эффективность, она рассчитывается по-другому. Она рассчитывается количеством заражений, когда мы сравниваем группу вакцинированных и группу плацебо. И мы сравниваем, и вот эта разница, и есть эффективность. Да? Этого не было сделано, то есть эффективность еще, по сути, не была рассчитана, но уже в СМИ появились они вот эти вот цифры. В НИИ проблем биологической безопасности утверждают, что КазВак прошел все стадии испытаний и могут дать гарантию, что после прививки формируются антитела, а значит, действует защита. Информации о КазВак действительно мало, так как ученым было не до этого. Мы физически не успеваем создать научные статьи. У нас до сих пор не хватало на это времени. Мы с удовольствием хотим публиковаться, для этого требуется долгая и кропотливая работа. Врач общей практики Оспанбек Курмангали одним из первых вызвался участвовать в испытаниях отечественной вакцины. Еще зимой получил обе прививки. Говорит, что до сих пор на отечественный продукт никто не жаловался. Момент, если вот, даже если сравнить, здесь Хаят и Казковид самые легкие. Да, переносимый. А спутник чуть тяжело переносится, потому что там два компонента. Оспанбек Курмангали считает, что казахстанцам, получившим КазВак, волноваться не о чем. К тому же у граждан есть выбор. Жанат Айтенова, Влад Шишко, Информбюро Алматы. Еще больше важной и интересной информации на нашем YouTube-канале «Информбюро 31». Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей.